Вслед за ArcelorMittal Темиртау о тяжелом финансовом положении объявила корпорация «Казахмыс». В распространенном пресс-релизе сообщается, что в связи с резким падением стоимости меди компания намерена приостановить часть нерентабельных предприятий и оптимизировать расходы. Руководство корпорации обещает избежать массовых сокращений рабочих. Они собираются направить 2000 сотрудников приостановленных предприятий на курсы повышения квалификации, сохранив за ними среднюю зарплату. После этого их планируют трудоустроить на проектах «Босс Шаколь» и «Октагай ТО «Казминералс». А часть административного персонала перейдет на сокращенный график работы, им снизят премию на 10%. В случае резкого сокращения объемов производства сотрудникам корпорации «Казахмыс» грозят вынужденные отпуска с сохранением 10% зарплаты. Официальных комментариев руководство компании не дает, но заверяет, что предпринимают все меры, чтобы тяжелое финансовое положение не сильно сказалось на трудовых коллективах. Если экономия идет не только на рабочих, там лейтмотив вообще накладные расходы где-то нам уменьшить, потому что есть где-то необоснованные, завышенные расходы в плане транспортировки тех или иных материалов, затраты на материалы. А человеческий ресурс – это последний момент. Пока что этого нет. Пока мы ищем пути,